Так, добавим чуть-чуть спецэффектов, и я становлюсь еще красивее. Опа. Такие у нас прекрасные дамы. Это наш уважаемый эксперт. Алена Алимова. В общем, сейчас будет шоу, как обычно, все по классике. Семерки, у нас всегда очень жарко. Красивые люди. Красивые люди. Очень много энергетики положительной. И Никита Уманский. Как всегда, может скрасить любой прямой эфир. Давненько не заходил сюда. Нет у меня оправданий. Так, а куда все гонят? Да, я вас слушаю. Я один из ребят. Ты что, хлеб ешь? А, печеньки. Алло. Уманский? Нет, не Свики. Привет, привет, всем привет. Совсем забыл про прямые эфиры. Так, какие вопросы? Задавайте, с радостью отвечу. Да по фотографиям я не определил. Мы можем, смотри, мы можем вот так сделать, смотрите, они его пытаются... Всех с началом недели, посмотрите просто, спасибо, какой у меня красивый друг. С выходного дня, спасибо большое, я почти отдохнул, блядь. Братан, я смотрел твою сторис, ты там был очень веселый. Да, сейчас приехал сюда, что мне грустно. Знаешь, что надо делать? Если грустишь, братан, не грусти. Да, просто не грусти. Я ловлю себя на мысли, что я очень сильно хочу сейчас съебать. Братан, ну прикольно. О, Одесса, Новосибирь, здорово. Сейчас я так кайфанул. Так кайфанул, вообще проснулся, солнышко, выспался первый раз. На телепроект Дом 2, друзья. Слушай, у тебя какие-то очки модные. Блин, есть какая-нибудь зарядка сейчас? Так, что там? Скалярия ушла с проекта. Скалярия, да, ушла с проекта. Как на личном? На личном очень все не очень, честно говоря. О, Лех, спасибо за фотки. Как, ничего, продвигаемся. Терплю поражение, обтыхнулся, иду дальше. Не сдаемся. Где Яна и Захар? Где-то тут бегает. Покажи Аниту. Анита осталась на поляне. Да, эфир прямой сохраню обязательно. Так что да, я не в паре до сих пор. Честно говоря, самому надоело, хочу уже любви, хочу отношений, хочу действительно заниматься построением каких-то искренних отношений, а не заниматься какой-то чепухой вокруг себя. А первый входной ты брала? Нет. Фиолетовый. Смотрите эфиры. Эфиры смотрите. И пейте кефиры. И пейте кефир, водку не пейте, потому что это все... Вредно. Покажите. Игорек классный парень, а ты прощаешься? Так люблю тебя, а? Я тоже тебя люблю, мальчик. Да. Что пишут с Подольска? Объявим себя парой. Мы уже давно объявили себя парой, но просто Даня был против и сказал... Даня всегда против. Ты заметил? Всегда против. Данька всегда против. Да. О, а что за светом? Другой цвет. Он цвет меняет, смотри. У меня фиолетовый. У него фильтр, да, наверное? Ну, чуть-чуть. Да как чуть-чуть, если кофта фиолетовая превратилась в синюю. А Селена, она ушла с проекта. Она решила, что не найдет свою любовь. Она забеременела и ушла с проекта. Она забеременела от Игоря и пошла домой. Правильно, молодец, Игорюк. Хорошо, что Селенка не слышит там. Да она сейчас посмотрит. И она все видит, все слышит. Так, Витебск, привет. Вот еще наш один из самых красивых экспертов. Посмотрите просто. Вот так должны выглядеть девчонки. В доме 2 не построишь нормальных отношений. Ну, тяжело, но можно. Яна и Захар. Мне кажется, Игорь собирается отношения строить исключительно с экспертами. Вот так вот, да?
Мне кажется, это схема у товарища Никиты Уманского, ну ладно. Потому что эксперты умные люди. А отношения нужно... Отношения... Братан, согласись, отношения нужно строить с грамотными девушками, с умными, понимаешь? У которых не сквозная... Если Никита что-то хочет, ему что-то нужно, он просто берет... О, боже! Уманский, все вранье! Сядь! Братан, когда много на себя берешь, не утащишь. Игорь, мне кажется, ты опоздал. Нет. Никита профессионально... Никита как-то профессионально... Ко всем. В эфире были все мои эксклюзивные видосики. Девчонки, как говорится, не стыдно? Алия, куда вы? Конкуренция? Не распыляемся. Возбудился? Я могу у нас заводить третью квартиру. В доме! Как мне Алена? Красивая, хорошая девчонка. Очень нравится с ней общаться. Здравствуйте, здравствуйте. Сейчас мне скажут, что я женщина постоянного возраста, сумасшедшая. Мамсёна. Здравствуйте, я сегодня. Здравствуйте. Так, Мамсёна меня называют Дом 2 Чозан. Да, это мои друзья, кстати. Друзья тут в прямом эфире. Так, давай. Слушай, а у тебя не будет зарядочки? Не, а у меня только салфеточки. Да? Ой, может, там салфеточки? Хоть что-то. Салфеточки надо? Нет, у меня, знаешь что, хлоргексидинчик. Спасибо. Самое-самое это надо? Да? Да, нет. Уманскому надо, наверное. Уманскому яйки подмыть. По экспертам прыгай, значит. Давай, Игорь. Ау. Давайте обеззаражим. А что надо сделать? Это мироместин. На лицо? Да. Открой рот. Все. Идем обниматься теперь. Да. Видишь, я за это. Я поверх мейка прям побрызгала. Ну ладно. Сначала кажется... защита, а потом обнимашки. Мне кажется, у меня обнимашки, у меня со всеми. Это, я себя чувствую просто... Короче, это гнезд гормон. Нет, вот, чтобы человек чувствовал себя комфортно, чувствовал себя желанным, нужно делать обнимашки. Это гормон окситоцин называется. Да? Да, Слушай, ну обнимашки уже сегодня, как-то у нас дабл обнимашки. Весна, с тобой, весна, понимаешь, весна. Да. Поправляем себе иммунитет, ребят. Да, кушайте витамины, чеснок, занимайтесь любовью. А потом целуйтесь. Да. Самая настоящая любовь, это когда ты с ней съел лук или чеснок и поцеловался. С Аленкой смотримся, да? Кто-то нравится на проекте. Кто-то нравится на проекте, да. Есть такая барышня. Да, блин, честно, уже думаю просто найти девушку. Привет. Уже думаю просто найти девушку, пообщаться и строить с ней отношения на проекте. Потому что здесь девчонок свои взгляды на парней. Постойте пару с Викой Ди. С Викой мы друзья, и она на островах. Сейчас карантин, все дела, мне кажется, еще не скоро увидимся. Приятного аппетита. А есть заряд какой-нибудь на iPhone? Прям очень срочно телефон зарядится. Можешь поделиться? Блин, дай бог тебе здоровья. Блин, не взял с собой. Слушайте, каждый человек по-своему прекрасен, а уже с кем строить отношения, это дело другое. Сколько начало? Сколько начало? По идее, через 9 минут. Да? Какая важная цель жизни? Состояться как мужчина, построить семью. Так, а я могу твою зарядку забрать пока на 9 минут? Ну, это твоя? Да, да, моя. Хорошо, а я все равно телефон сюда буду относить. Спасибо большое. Да почему? Есть много красивых девушек. Просто, мне кажется, большинство выбирает, с кем выгоднее отношения построить. А где у нас, извините, еще в эфире в прямом? Да. Извините, нельзя говорить? Кстати, нельзя говорить. А где Даня с окном? Данечка, мальчик мой! С окном! Это... Надо? Надо. Давайте. Пульс, давление и Игорь Григорьев. Как настроение, пульс, давление? Нет, как настроение, как настроение. Да-да-да. Это ты, да? Я тут, да. Будет, конечно. С Ленкой, ну так, общаемся. Слушай, у меня их даже две, я только сегодня знал. Прикинь, две фан-группы уже. У тебя? Ну. Это уровень. Опа, опа. Это они воруют мои эксклюзивные видео и выставляют к себе, да? Хоум-видео.
ни в каком виде. Блин, ты что такая красивая сегодня? Позволяйте, я не ресницы накрасила. А, он начал. На губы. Опа. Нет, все, пока. Блин. А есть розетка здесь? Можно? О, нифига тут. Она не работает. Вообще никакая? А куда можно? Туда можно? Ну, либо вот здесь, либо вон там. Давай подтяну его сюда. Ребятки, приходите, кто остался. Благодарственное письмо. Так, excuse me. В общем, сейчас красоту какую-то будет наводить. Это обязаловка, да? Буду отключаться сейчас. Ладно, все, мы сейчас будем готовить красоту. Будем устраивать шоу. Всем хорошего дня и хорошей недели. И Влад здесь у нас один ведущий. Сейчас, подожди. Это у нас нет.